медали завоевали Рамазан Шабанов, Аслан Абатанов, Азербайджан. Награждение проводит заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр Магомедхан Арацилов. На вторую ступень пьедестала и серебряную медаль завоевал Гаджи Магомед Ташкинов, Республика Дагестан. Награждение проводит заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Назир Манкиев. И победителем весовой категории до 97 килограммов становится Шами Иман Гаджиали, Республика Дагестан. Награждение проводит заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Ахмед Тажудинов. Также приглашается тренер победителя. Дополнительным призом в размере до 100 тысяч рублей награждается победитель от депутата Государственной Думы Российской Федерации Саид Паши Умаханова. Награждение проводит председатель городского собрания депутатов города Хасавюрта Хаджимурат Умаханов. Также дополнительным призом в размере 100 тысяч рублей награждается победитель от президента Федерации спортивной борьбы Республики Дагестан Амара Муртазалиева. Приз вручает заслуженный мастер спорта, пятикратная чемпионка Европы Наталья Гольц. Также от учредения Международного открытого колледжа современного управления Таукеновой Асизе Исаевне вручается 100 тысяч рублей. Награждать будет руководитель колледжа Шамиль Сурзайканов, а также 100 тысяч рублей от спортивного клуба «Шамфайтер» награждает Саид Бутаев. Дополнительный приз 100 тысяч рублей победителю.